15 апреля в Каспийске состоялся общегородской масштабный субботник, который посвящен приближающемуся мусульманскому празднику Ураза-Байрам. С самого утра представители администрации города, ведомств, учреждений, различных организаций муниципалитета и горожане собрались в парке имени Магомеда Халилова и дружно принялись за работу. Помимо этого, было задействовано 10 единиц спецтехники для вывоза собранного мусора. В этот день на общественных и придомовых территориях проходила уборка, побелка деревьев, а также посадка зеленых насаждений. 1500 деревьев, 10 тысяч однолетних цветов и 300 роз. Участие в субботнике приняли и общеобразовательные, и дошкольные, и творческие организации города. Анастасия Колесникова, Марбек Газиев, Гаджи Гаджиев. Новости, телеканал «Среда».